А всі вже потирають руки в очікуванні Олега. Йому дістався конверт з іменем найекспресивнішого хлопця двадцятки. Показати Віталіка не мені легко. Ну, яркий, він Джим Керрі, тобто, ну, все таке. Мачо, ух! Ну, такий от іменно такий от іменно дух, типа, ну, мужчина. І тільки Олег з радістю помінявся своїм щасливим квитком з ким завгодно. Віталіка у мене асоціюється з шилом в жопі. Причем таким конкретным. Ага, ага, Виталий, ага. Я вообще не такой, поэтому мне сложно. Плюс к тому же, Виталий бальник, а я не бальник. Даже тут полная противоположность. Ставлю сольник, смотрю на себя в зеркало, и мне становится настолько смешно, что я останавливаюсь и не могу дотанцевать до конца. За всю ніч Олег так и не зміг зібратися и доставити соло в новому образі. И зараз сподівається тільки на одне – на сцені якось викрутиться. Виталий, подожди, так это елка, как Савик Затейник? Виталик, Новиков. Так по позиции видно сразу. This is a man's world. А дальше что-то непонятно пошло. Да, это не его танцы. Татарина дальше, да. Пока да. Ну же ты прыгаешь. А что, ну, вообще не прыгаешь ты. Сейчас будет джайв, то хрен с ним. Все простим. И... Не заводно. О! По второй позиции. Просидел во второй позиции до двадцатки, и двадцатку сидит во второй позиции. Сотню просидел, сейчас двадцаточку сидит. Да, скучновато. Для такого яркого Виталика скучно. Копия, бледная копия с эскиза. Не, просто выступление всегда... Виталика выступление заводит. А здесь... По-моему, он даже сам себя не завел. Мне сподобалось. И мне тоже. Сподобалось? Да. Молодец. А вам? Олег, где же наш Виталик? Наш массовик-затейник. Я не знаю, голливудский герой, супермен с Бродвея. Ты понимаешь, когда он выходит на сцену, сначала выходит харизма, а потом уже Виталик. У тебя, пожалуй, только подтяжки, шляпа и жалкая китайская подделка. Олег, ты ненаблюдателен и, к сожалению, не умеешь перевоплощаться совершенно. Олег, я разочарована. Явно не самое слабое соло. И технически неплохо. Ну, я не знаю. Просто танцевал вот то, что он всегда танцевал. Там какие-то трюки, пируэты, что-то там. Просто не особо хотел вживаться в чью-то роль. Я в любом случае буду доказывать, что я достоин быть здесь. И не надо меня в номинацию. Правда ли, что наши судьи питаются участниками? Добрый Раду Поклітару и все, чем занимаются ребята во время рекламных пауз. Сьомий сезон готовий вражати вас вже з осені. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, аби побачити власними очима, що залишилося поза кадром. Кстати, я сразу расскажу один секрет. А ну да, все на нашем канале на Ютубі. Танцюють всі.